Тарифы на коммунальные услуги в 2019 году вырастут дважды. Первая индексация связана с ростом НДС. Произойдет она в январе, и увеличение составит 1,7%. Второе повышение запланировано на июль, еще в среднем на 2%. По Российской Федерации средний рост платы граждан установлен в размере 2,4%, для Ивановской области это 2%. В целом решение о двухэтапном повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги не превысит прогнозный индекс инфляции. С января все коммунальные услуги увеличиваются одинаково на 1,7%. А вот с июля все по-разному. Пока не определено, как именно вырастет цена на газ. Тариф сформируют лишь в мае. В Иванове больше, чем в среднем по региону, увеличатся тарифы на водоснабжение и водоотведение на 4%. В качестве компенсации большинство жителей областного центра получат снижение платы за отопление на 1,5%. Что касаемо электроэнергии, к середине года рост одноставочных тарифов составит 3,4%. Тарифы в дневной, пиковой и ночной зонах будут увеличены на 5,1%. В этом году принято решение сохранить понижающий коэффициент в размере 0,7 к одноставочному тарифу на электроэнергию для населения, для тех потребителей, кто использует электроплиты или электроотопительные установки, а также для населения, проживающего в сельской местности. Кроме того, по поручению губернатора будет возвращен коэффициент 0,7 с 1 июля 2019 года, для садоводческих некоммерческих товариществ. Подорожает и вывоз мусора. С 1 января размер платы граждан составит 88 рублей 1 копейку, а с 1 июля 92 рубля 93 копейки за одного человека в месяц. Увеличение тарифов на ТКО выше среднего связано с тем, что изменение в законодательстве произошло в 2018 году, и уже требования включения дополнительных статей расходов в эту услугу, таких как плата за негативное воздействие на окружающую среду и плата за обработку твердых коммунальных отходов. Этих статей расходов в тарифе 2018 года не было. Квитанции с подросшей суммой, согласно первой волне индексации, 1,7%, жители получат в феврале. Если суммы в платежке не соответствуют заявленным параметрам роста, обращаться нужно в Госжилинспекцию. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.